штатное оружие немецкого солдата в своем большинстве, даже как в других немецких армиях, был пистолет. В данном случае это пистолет П-08. Штатная кабура. Пистолет П-08. Парабеллум. В данном случае произведен в 1942 году. Это оригинал? Это оригинал. На фабрике Маузер в Обендорфе. О чем говорит клеймо БАФ. Вот, все детали на одном номере, 41. Вот о чем можно увидеть по деталям. Ну, в данном случае данный пистолет переделан для стрельбы холостыми патронами. То есть в стволе стоит демпфер, и он не может стрелять боевыми патронами. Вот, снятие с предохранителя. Калибр 9 на 19. Патрон стандартный, он сейчас используется. Пуля 9 миллиметров, длина гильзы 19 миллиметров, поэтому 9 на 19. Перезаряжение. Какая интересная схема вообще. Да, она просчитана математически и очень такая интересная. Их перестали выпускать. Данный пистолет выпущен в 1942 году. И после этого уже 81 год. Они, если где-то и выпускаются, то только в коммерческих версиях. Это пистолет армейский. Именно производился на фабрике, ранее озвученной, именно для военного применения. А что-то как будто они были чуть подлиннее, ствол, нет? Или ствол 98 миллиметров, были разные. Были и 102 миллиметра, но это как бы предыдущие модели. И был артиллерийский вариант, более длинный ствол. Данный пистолет для вооружения германской армии, солдат, офицеров, кому положено по штату данное оружие. А что сейчас по стоимости? Сколько он стоит, да, вот сегодня? Это же, наверное, дорого. От 300. 300 тысяч за пистолет? Да. Серьезно? Да. Но это редкая история вот на нынешний день, чтобы прям вот найти оригинал. Да? А смотря какой оригинал, можно найти с кучей запчастей собранных, можно из земли найти, будет дешевле. А тут именно ценится, что вот он на одном номере что весь, да? Что на одном номере, производитель, некопанный. Поэтому... А ему потом на смену что пришло? То есть потом приняли... Ничего. Вальтер? А, потом П-38. Это Вальтер, да? Но он проще Вальтер. Был, я так понимаю. Он был, да, проще в исполнении, меньше затрат на производство, меньше человек-часов на производство. И, соответственно, он уже пошел в серию. Но, тем не менее, вот их массово производили 42-й год. На этом все закончилось. Потом, да, производили еще несколько, там, порядка, может, 10 тысяч произвели, но... Слушайте, в интернете пишут, что это вот самый эргономичный пистолет Второй мировой. То есть он прям лежит как влитой. Он лежит... Вот это так вот, на ваш субъективный взгляд? Да, да, реально, потому что я и по службе, и все оружие пользовался. Где-то 71-72 градуса наклон рукоятки, и он прям вот, вот даже можете спусковой крючок подержать, вот все очень мягенько, все очень вот прям хорошо. Ух, да, он как... Прям вот, вот... Как игрушечка. Там людей нет? Нет. А, по весу, хотя 870 грамм по весу, вес да. патронов, но тем не менее, вот такая. Слушай, он прям... удобная. Да, да, да. да. Удобная, удобная штука. Класс. Ну, массово уже 81 год как не производится. Угу. Но сейчас это получается, ну, такая коллекционная история, да, больше? Да, это коллекционная история. Ну, такая интересная, раритетная угу. история. Класс.